Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня инди-хоррор под названием Пингай. Это игра-квест, короткий достаточно хоррор, и, ну как достаточно, написано, что было 15-30 минут, в зависимости от того, сколько мы умрем, то есть мы здесь будем умирать. Здесь требуется решать загадки какие-то и понимать, почему тебя убивает этот розовый мужик. Дерри апдейт, tab to check. Здесь очень, кстати, хорошая игрушка, она достаточно хорошо продуманная, как я понял. Где я, черт возьми? Последнее, что я помню, я хотел посмотреть что-то там кого-то, короче, на Ютубе. Мне нужно выбраться из этого места. Я с тобой согласен, да, тебе нужно выбраться из этого места. И у нас, я смотрю, сотня здоровья. Почему сотня здоровья? Что за дикость? Почему звуки эти странные из моего компьютера доносятся? Энот. Энот. Секрет. Tell nobody. Никому не говоришь. 69-69. Если ты очень голоден, босс это съест. Кеннет, я не могу есть это. Это делает меня жирным. Действительно плохо. Не нравится что-то боссу. Не выбирайся. Хорошо, не буду выбираться. Я еще это и съем. Enemy Rage can of Ravioli. Если я это съем, розовый мужик не может удержать атаку у меня что-то какое-то время. Чего? Гордик. Reminder. Фигура чего-то. А, фигура что-то вне чего-то. To do with this. Чего? А, окей, ключ. Чего? И чё ключ? Где ключ-то? А, вот он, ключик-то, елки-палки, я его просмотрел. Ну-ка все. А, 69-69. И чего? Enter. Open. Осталось еще найти этого, как его, Пингая, чтобы хоть видеть, как он выглядит. Прятаться нам здесь нигде нельзя. У нас no flashlight in equipment. А, понятно, что нет у нас флешлайта. Давай возьмем свечку. Не, ну ты дурак. В конце концов, взять надо было, а не... Тихо. Давай не будем делать поспешных выводов. Мы просто возьмем и... Что мы сделаем? Мы не будем топать для начала по этой железной хренотени, но он не может иначе делать. Может вот так вот, но это очень медленно. Ой, блядь, ты что делаешь-то? Дурак, блядь, ты чё, совсем что ли, а? Мурашки аж по жопе побежали, ох, блин. Так, ладно, мы это уже прочитали, мы это уже... Так. Фу, тихо, всё. Сейчас я это быстренько отойду. Давай, будем делать вид, что мы прочитали всё это. 69-69. Нет, тихо. 69-69. У меня же в глазах потемнело, ты чё пугаешь-то? Открывайся. Давай съедим вот эту хреноту, которая у нас есть. Ид. Всё, хрен он меня съест теперь. Я спрятался. А какое время он меня не съест? Погоди. Если это головоломка, знаешь, здесь нужно будет ломать голову. Логично, да? Логично. Я нихера не разбираюсь в головоломках, потому что... Это голову надо напрягать. Что за звуки нагнетающие? Подожди, нам нужно его увидеть. Нам нужно его увидеть, это по-любому. Пропан. To generation. Чего-то там, короче, да. Так, здесь точно не надо нам ничего делать. Подожди, мы должны посмотреть. Может, он ходит? Если он ходит, то это хорошо. Но он очень быстро на нас напал. Скорее всего, он не ходит ни хрена. Он сразу прям на тебя накидывается. И говорит, все, я тебя сожру. Мол, как хочешь, так и живи с этим. Hello? Hey, boss? Запрыгни ты. Я не знаю, почему. Мне кажется, что там безопасно. Ладно. Откуда? Кто бежит? Подожди.
Подожди. Подожди, я вообще не понимаю, куда мне нужно бежать. Но, скорее всего, вот сюда. И мы сюда и побежим. Записка. Keep the music on. Чего пик? Откуда пик-то был? Лок, кей-карт, инвентарь нет у меня, понимаешь? И чего? И куда мне надо деваться? Я вот сюда вот сяду и буду сидеть, потому что мне страшно. Подожди, вот этот провод, он идет куда-то. Этот провод идет куда? Подожди, а я вон там что-то открыл. Так. Угу, и чего? Тут красным все помечено. Ну, блядь, что-то как-то мне нездорово. Мне не нравится этот красный цвет, по крайней мере, потому что я ничего не вижу здесь. Ну-ка, выход. Выход, 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 наверное. Нет, не выход, ни хрена. Так, здесь тоже вроде ничего нет. Так, это у нас что такое? Кейкарт я нашел от элеватора. Чего? У меня-то что моргает? Странно все это было сейчас. Подожди, кто разговаривает? Разговаривает это вот этот розовый мужик или что? Или кто? Просто если разговаривает... Чего ты, блядь? Ты дурак, что ли? Припадочный. Фух, блядь. Ладно. Не будем паниковать, никакой паники не нужно. Да-да-да-да, какая у тебя еще есть карта? Пойдем. Все, 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 все. Ну и чего, и чего, и куда, и что делать-то? По лестнице, что ли, перебираться? Ну, где лестница-то? Лестницы даже нету. Ты понимаешь или нет? Как мне пользоваться этим лифтом? Флешлайт, флешлайт. А-а-а, вон, ну куда мне... Вот куда мне нужен-то. Эй, тихо ты. Да ну это так не работает, дружище. Ну, нужно же было просто-напросто подняться наверх. Зачем ты, блин, вниз-то упал? Ладно, давай, you died, так you died. Заново, да ты что, серьезно, что ли? Мне там было, конечно, написано, что ты будешь часто умирать, но это же не настолько часто. Так, здесь ничего не поменялось, здесь все как было, так и остается. Так, это все хорошо, это ключ от чего-то, я не помню, мы его использовали или нет. Так, ну, откройся. Давай сожрем вот эту равиолю. Равиолю мы сожрем. И пойдем. Равиолю сожрали. Идем вот сюда. Так, включаю вот это, а потом включаю музыку. Подожди, надо было там еще включить что-то. Вон там еще есть это. Как ее называют? Газ включить надо, или что там? Пропан. Пик, да, все, пик. И чего? Музыка keep out. Ой, keep out, блядь. Keep the music on. Все, включил музыку. Вот это что такое у нас? Непонятно. И куда? Теперь-то куда? Мне на тот момент сразу загорелось. Вон там вон хренота. Зелененьким. И все. Подожди, еще раз нажать на кнопочку. Да, надо было еще раз нажать на кнопочку. Открыли. Открыли. Погнали. Возьмем сейчас ключ-карту с правой стороны. И какую-то еще хреноту, по-моему, которая свет дает нам. Я так понимаю, здесь все заскриптовано. И все работает именно так. То есть, здесь, если здесь пойти туда, куда не нужно, то... Ничего хорошего из этого не выйдет. То есть нас убьют.
Flashlight and equipment. Нету у нас. А вот это что такое у нас? Это шпалочка, которая светится, да? Glow stick, да. И glow stick the self-contained short-term light source. It consists что-то там на-на-на-на-на. Непонятно, ни хрена. Блять, опять! Ну в конце концов, второй раз меня пугаешь уже здесь. Чуть не этого самого. Я не могу, мне прям страшно. Капец. Хотя, в принципе, что страшного-то, блядь? Дергаешься, просто дергаешься. Вроде не страшно, а вроде и страшно. Запрыгни ты, а? Дурак. И чего? И дальше куда? Я уже вниз ходил, я больше не хочу. Наверх, наверх нельзя подняться. Наверх... Можно я это, самое, как-нибудь поаккуратнее спущусь? Я уже просто... научен горьким опытом, так сказать. И я больше не хочу падать, я просто тогда брошу игру, я больше не буду играть. Если ты не научишься нормально по ступенькам ходить. А, блин, да я... Да напугай меня сейчас вот еще, осталось вот здесь напугать меня. О, вот эту картинку я видел, он там появится, да. Не страшно, вот это я видел на скриншоте, поэтому не надо. И это я местность запомнил. И чего, и куда мне? Подожди, флешлайта-то нету, ни шута у меня. Да, конечно, блядь. Много смысла от этой палочки. Просто прям муха, много смысла. Я без нее видел гораздо лучше. В смысле, а что делать? Что делать, что делать? Приделать. Так, а, ну значит он туда. Чё ж, у нас вариантов много, что ли? Конечно, немного. А можно кинуть эту палочку куда-нибудь в другой угол, чтобы она там светила и все. Чтобы было все хорошо. Сейчас напугают же, елки-палки. Пистолет! Подожди-ка. А как пистолет эквипментировать? Опа! Дружок, пирожок, иди-ка сюда. Я сейчас буду в тебя стрелять. Знаешь почему? Потому что я могу. Ой, блядь! Я ж прыгнул специально с рельс, чтобы не умереть, блядь. Что такое-то? Вот эта заставка, вот эта вот You Died, это, блин, прям как в этом, в Dark Souls. Вот прям по количеству смертей примерно как в Dark Souls уже точно. Потому что я уже устал умирать. Давай еще разок попробуем. Ладно, мы уже придрочились к первым вот этим вот всем действиям. Давай возьмем вот это. Вот это вот возьмем, потому что оно нам, наверное, пригодится. 69-69. Интер. Открывай. Заходи. Равиольку съедаем. Угу. Открывай. Пшикай. Открывай. Эскейп. Эскейп. Сейчас эскейпнемся, подожди. Так. Я так понимаю, мы его прогнали этой музыкой. И теперь можем идти спокойно туда. Я уже устал на самом деле бегать просто так вот по вот этому вот, вот по этому темному коридору. Я просто хочу какой-то логический смысл понять. Я вот играю уже 13 минут, написано было, что там на 15 минут игра рассчитана, на 15-30 минут, в зависимости от того, сколько мы будем умирать. Но, я так понимаю, что мы здесь будем умирать много, и рассчитана эта игра уже на 30 минут. Давай, все, уже не боюсь. Научился. Хорошо, уже спасибо. Вот. Все, в принципе. Да. Открывайся. Пойдем вниз. Вообще, игра, знаешь, она типа страшная, но она вообще практически не страшная. Она просто вот морозит тебя вот этими вот смертями постоянными. Вот. То есть ты умираешь постоянно, и вот это тебя немножко раздражает. То есть я, видишь, уже как быстро дохожу до этого места. Сейчас я найду пистолет, и будет вообще все отлично. Кто там громыхает? Не хочу этот глоу-стик использовать, потому что... Потому что от него не видно ничего. Вот почему. Хотя, блин, знаешь, давай используем лучше. Ну его нафиг. Может он на нас как раз будет агриться, если у нас не будет этого глоустика. А если он у нас есть, то будет вообще все хорошо.
Подожди, я иду вот по вот этой стороне. Хер меня проведешь, я, блядь. Подожди. Так. Ну-ка, ся. Я буду стрелять, если что. Как залезть туда теперь? Угу. И чего? Я буду стрелять. Куда идти-то? Подожди. Туда не идет. Значит, нужно идти в обратном направлении, правильно? Логично. Нелогично вообще, если честно. Стрелять на правую кнопку мыши, а использовать на левую. Я вообще, очень неудобно мне это делать. Потому что я по привычке нажимаю на левую кнопку мыши. А он не стреляет. Так, может быть вот это? Да ёб твою мать, ну как теперь стрелять, не стрелять-то, а? Подожди. Так, это типа он вообще ничего не делает, да? Я понял. А куда теперь-то? Теперь-то куда? Ниже опуститься? Не, ниже он не опустится. Наверх пойти? Наверх он тоже не пойдет, подожди. А, он наверх-то не поднимается вообще, все. А, может потому что у него этот? Подожди, ни хрена. Вообще, смотри, не идет наверх. И что мне делать теперь? Ну, максимум, что нам делать, остается это вот здесь вот походить еще. Посмотреть, что у нас здесь может нам навредить. Или что может нам не навредить. Так. Да спустись ты. Он наверх не поднимается, прикинь, по лестнице. Направо, говорит, направо. И чего направо? А, здесь типа подняться можно. Да нельзя подняться-то. Кто придумал-то эту вообще игру? Дружок. Ты мог бы сделать кнопочку хотя бы, по которой можно там по лестницам подниматься или что-нибудь еще делать. Ни хрена же непонятно. А, может быть он там что-то сломал, этот поезд, и можно теперь туда пойти и что-то сделать? Подожди. Я просто не понимаю, что от нас требуется вообще. И что? Ну, врезался он сюда и врезался, и что теперь? И как это работает? И куда это работает? Может, второй еще поезд должен приехать сюда? Давай. Нет, не едет сюда. Подожди. Что мне нужно сделать? Что от меня требуется? Музыка вот эта нагнетающая. Да, или... I need to escape the place. Я понимаю, что тебе нужно escape the place. А я только не понимаю, как тебе escape. Я вот понимаю, что вот здесь вот есть... кнопочка, которая вот открывает лифт. Но она не работает. Она не работает хотя бы почему. Почему она не работает, непонятно. Лечь тоже нельзя. Камероид to equipment. Чего здесь еще какая-то камероид есть? Ты че? О чем игра-то вообще? Мне же нужно выбраться просто из этого места. Я вообще потерялся. Честно тебе говорю, потерялся. Прикинь, в игре потерялся. И что сделать? Не ясно вообще. Так. Ладно. Здесь у нас что? Здесь подсвеченное место. Типа здесь что-то можно сделать. А что здесь можно сделать? Здесь ни шута нету. Вообще, конечно. Подсказочку хоть дали, я не знаю. Но я просто действительно заблудился и все. И вот это может работать. Не работает ничего. Ничего не работает, понимаешь? А что мне, как мне жить с этим? Утонуть он в том говне, я не знаю. Ну, что мне еще? Какой у меня вариант есть? О, блядь! Ты видел, нет? Вот вообще, это пиздец. Это иначе даже и не скажешь. Ну, выше он не поднимется, я понял уже. Все, ладно. Как теперь спуститься? Все, спустился. Так, это будет у нас уже шутер, наверное, получается. Потому что мы уже с пистолетом, мы уже можем все сделать. Можем застрелить кого-нибудь, можем застрелить себя, по крайней мере, это уже будет самым крайним этим ходом нашим. Вот это что у нас такое? Не работает. Сектор 69. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И чего? А, типа он уже не закрывается, все, сломался. Ну пойдем туда, здесь все красным горит, я не понимаю, почему здесь все красное. У нас же там еще до хрена всего лежит.
Точнее, все лежит. Что лежит-то? Там ничего не лежит, там просто очень-очень большая площадь была. Глоустик мертвая. Ладно, мертвый так мертвый, что ж теперь? Ну, мы пойдем к тому фонарю. Ага, пойдем мы к тому фонарю. Тот фон... Может быть, нам нужно вон туда? Тот фонарь-то, блин, за загородкой. И что ж нам делать теперь? Это тоже не пиликается, ничего не делается. Убил! Тихо, давай, не ори. У меня нет флешлайта в эквипменте. Я, блин, стол чуть ногой не сломал. Так, наверх-то может? Нет, наверх нельзя. То есть здесь как бы уже логично, что мы никуда... Чего? Да, как... Давай! Серьезно? Куда я упал-то? Я ничего не вижу. Вообще не пизды. Честно тебе говорю. Вообще ничего не вижу. Может, нам наверх нужно? Мы в каком-то этом... Дом перестает подниматься. А, не, не перестает, смотри-ка. А куда нам нужно? Так, мы отсюда, наверное, спустились, нет? Подожди, откуда я пришел? Я заблудился. Я заблудился, я в панике. Нам нужно на самый верх. Это логично. Хотя хрен ли логично. Вообще непонятно, что здесь логичного. Нам наверх как раз нельзя было подняться, я вспомнил. Все, нам нужно чуть вниз. Так, ну здесь загородка, нам нахер здесь не нужно ничего. Пойдем. Да, ну вон туда пойдем. Я вообще просто не понимаю этой игры, я заблудился уже 150 раз, и у меня в голове вообще никак мозаика не складывается. Хотя бы потому что. Просто потому что она не складывается, она не хочет складываться. Но здесь фонарем подсвечено, значит сюда нужно зайти. 439, это что такое, патронов у меня? Да, наверное, патроны. Я думал, какой-нибудь эпизод 4 из 39, там ничего себе здесь. Чё, все? Я нашел выход? Неужели? Хотя можно было это пройти все за 5 минут. Там написано, конечно, было, что я знаю, что это короткая игра, но, блин. Ладно, на этом мы давайте закончим с вами. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.